Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Авто Плюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. В Кирове осудили 47-летнего мужчину, который снял с чужой банковской карты 97 тысяч рублей. Карту вместе с пин-кодом осужденный нашел на улице и решил не возвращать владелице. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Деньги злоумышленник снимал в нескольких банкоматах по городу. Впрочем, делал он это не сам, позвал знакомого, который выполнял эту криминальную работу. В итоге с банкомата на улице Боровского Глухих получил 75 тысяч рублей, затем с других более 20 тысяч. Только на улице Дзержинского банкомат сообщил, что карточка заблокирована. Судом учтено в качестве смягчающих обстоятельств подсудимому признание вины, активное способствование расследованию совершенного преступления, возмещение ущерба потерпевшей, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка. По результатам рассмотрения настоящего уголовного дела Сергей Глухих осужден за совершение покушения на кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ленинский районный суд вынес приговор 43-летнему водителю микроавтобуса, который спровоцировал смертельное ДТП на Советском тракте. Авария произошла в апреле этого года. Мерседес Спринтер на летней резине занесло на дороге. Он выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Transit. Как было, я корреспондент? Да, вообще спал. Спал, да? Да, серьезно. А хоть как произошел, в двух словах? Я серьезно спал, Не знали, да? Да, спал, я заснул сразу. В итоге погиб 59-летний пассажир «Форда». 14 человек получили травмы, из них 5 тяжелые. По данным прокуратуры, до судебного заседания обвиняемый в полном объеме возместил потерпевшим вред, принес им свои извинения. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением прав на 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Полиция и волонтеры разыскивают 45-летнюю жительницу Кирова Елену Леус. 16 августа этого года около 17 часов ее видели в последний раз. Ее приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, русые волосы. Если вы знаете, где находится Елена Леус, звоните по телефону 8 800 754 52 или 112. Михаил Вагин, место происшествия.